Все, погнали, ребята. Я в маске, я в наморднике. Мои рисунки гниют на стене, никому не нужные. По приказанию высшего командования я, солдат, иду выбрасывать мусор. Вот. Выбрасываем. Ой, здесь мелок лежит, что ли? Не могу поверить в это. Это мелок. Он здесь лежит. Это мелок. Как он здесь оказался? Подожди. Это же пастель. Это моя пастель. Ее можно рисовать. Смотри. Чего себе. Мужик идет, похожий на, ну, на бандита, на орка. Он так посмотрел на меня, но он добрый. Мелком можно рисовать. Он смотрит на меня так странно. Мелок, смотри, мелок, я могу рисовать мелком. Только он какой-то не очень предназначен. Я могу нарисовать мелком. Ничего я не могу нарисовать. Не хочу даже подходить к тому месту, где антивоенный рисунок нарисовал. Никому он не нужен. Может, надо сброситься. Я знаю, что я буду рисовать. Нил Кеннеди. Я буду рисовать панельные дома, как я прыгаю с высоты, сбрасываюсь. Это мне неинтересно, эти панельные дома. Сишки. Валяются сишки, всякая такая хрень, вечно мокрая, вечно сишки, вечно все очень позитивно. Давайте поговорим о позитиве, ребят. Значит, в чем заключается позитив? Меня угрожают избить, приехать в мой город избить. Легко найти меня. Их там целая бригада. Потом музыкант, точнее, в кавычках, музыкант, которого в кавычках музыку я слушал, и всем сердцем слушал его музыку, вон бутылка вина валяется, всякая грязь. Он написал мне, я когда нарисовал, он, короче, это, написал мне, что это за хуйня, что это за хуйня. И я посмотрел его страницу, взгляд его был абсолютно пустой, как у биоробота. Какие еще новости? Я не принимаю транквилизаторы, и я надеюсь, очень долго не буду принимать, пока резистенция не закончится. Надеюсь, у меня не будет это. Нужно беречь себя, короче, от синдрома беспокойных ног. Давайте посмотрим еще раз на этот банк. Вандализм. Лил Кеннеди.
Я рисую пейзажи на стене, но я вандал. В глазах общества никто. Я художник, маргинал. Я придумал даже текст. Сейчас на меня нарет. Я вандал. Я вандал. Смотрите, я вандал. Смотрите, это не вандал. Короче, я слушаю это. Лил Кеннеди. Как бы вам. Короче, я придумал текст для текст песни сейчас. Да, блин, сейчас вырубится телефон. Не видно ничего. Вот смотрите, это не вандализм. Это не вандализм. А вот пейзаж — это вандализм. Я вандали, я вандал, смотри. Проклятый вандал. Я даже не знаю, снимает он или нет. Посмотри на меня. Я проклятый вандал. А вот тебе посмотри на него. Вот это не вандал. Вот это вот настоящий мужик. Вот это крутой. Успешный. Посмотри на его лицо, доброе. Посмотри на камеры наблюдения. 8,5% на первый год. Это не вандализм. Я показал бы средний палец, это бессмысленно. Это дурацкая привычка с Америки. Пошла средний палец показывать. Не буду уподобляться. Я вандал, а не ты. Я никто.